Здравствуйте, с вами Анна и мой канал «Фишки-солишки». Сейчас очень непростое время для всех. В связи с этим я решила выпустить ролик и рассказать вам о том, какие решения я приняла по поводу своих каналов и куда мы будем дальше с вами двигаться. Итак, со вчерашнего дня YouTube отключил монетизацию на территории России. Вот такое письмо получили все блогеры. Да, это очень грустно, но не смертельно. Я не буду, конечно, говорить, как некоторые блогеры, да и хрен бы с ними, потому что эти деньги действительно помогали мне, в том числе и закупать интересные товары для того, чтобы мы с вами могли их посмотреть и протестировать. Но, повторюсь, грустно, но не смертельно, катастрофы в этом нет. Поэтому я буду продолжать снимать контент и выкладывать сюда в YouTube. Тем более, что у нас с вами запланированы долгосрочные тесты, такие как эпилятор и аппарат для чистки зубов, так что все с вами посмотрим. Также будет новая распаковка с AliExpress. Какие-то товары уже пришли, какие-то еще идут. Это те товары, которые я купила до того, как поднялся доллар. Сейчас я приостановила все покупки на AliExpress. Посмотрим, что будет дальше. Но, как я и обещала, будут обзоры товаров из других интернет-магазинов. Может так статься, что и сам YouTube заблокируют на территории Российской Федерации. В таком случае я есть в других социальных сетях. Ссылочки я вам оставлю под видео и надеюсь увидеть вас там. Так что не теряйтесь. Мой второй канал «Читаем ушами», где я начитываю аудиокниги, также будет продолжать функционировать, и я буду, надеюсь, радовать вас новыми книгами и сказками для ваших детей. Что касается комментариев, я их больше закрывать и отключать не буду. Пусть пишут все то, что позволяет им писать их совесть. Ну, а я буду продолжать работать для вас там, где мы с вами сможем встретиться. Вот и все, о чем я вам хотела сообщить. Что же мне хочется вам пожелать? Оставайтесь достойными людьми в любой ситуации. Я в вас нисколько не сомневаюсь. Все зрители моего канала именно такие. Мирного неба вам над головой. И всего вам хорошего.